В Нью-Белгоу состоялась торжественная линейка, посвященная Дню государственного флага Российской Федерации. На главной площади Белгородского госуниверситета собрались первокурсники-волонтеры, преподаватели и сотрудники вуза. С приветственным словом к присутствующим обратилась проректор по воспитательной работе и молодежной политике вуза Светлана Острикова. День российского флага дорог для всех нас, кто живет в нашей стране, кто любит ее, кто отстаивает ее интересы. Председатель Совета ветеранов войны и труда университета Юрий Петинов пожелал всем собравшимся крепкого здоровья, мира, благополучия и счастливой жизни в процветающей стране. На линейке представители разных поколений подняли три флага на флагштоках университета. Яркими и красочными выступлениями поздравили участников праздничного мероприятия солистка МКЦ НИУ-БелГУ Виктория Коровина, ансамбль академического хора, группа «31 регион». Завершилась линейка традиционным запуском в небо белых, синих и красных воздушных шаров.